привет всем, кого не пугают скелеты. Мы даже не задумываемся, но в нашем теле находится просто удивительная и невероятная конструкция. Расскажу тебе три факта о нашем скелете, которые меня очень удивили. Скелет взрослого человека состоит из от 205 до 207 костей, а скелет новорожденного из 270. По мере того, как мы взрослеем, многие из наших костей просто срастаются, и их общее число уменьшается. Наши кости невероятно прочны, куда прочнее, чем принято думать. По прочности они в четверо превосходят даже бетон, и их можно сравнить с некоторыми видами стали. Но если бы весь наш скелет был железным, он не стал бы намного прочнее. Зато весил бы при этом более 250 килограмм. В костях человека находится костный мозг, ответственный за кровотворение и иммунную систему. Общая его масса у взрослого человека достигает примерно 2,5 килограмм. В течение средней жизни он производит около 650 килограмм эритроцитов, красных кровяных телец, и 1000 килограмм лейкоцитов, белых кровяных телец. В Библии написано: «Мои кости не были сокрыты от тебя, когда я был втайне сотворен и был образуем в глубине материнской утробы». Смотри классное видео по теме и помни, твой сложный, крепкий и удивительный скелет не мог появиться без замысла великого Создателя.